Эй, чувак, ну не задерживай, пожалуйста, я видос все-таки записываю. Блин, что-то слишком много чуваков. Блин, командир, ори, что-нибудь делай. Фризер, ты красавчик. Сколько их, ребята? Река монстров, ребята из портала, они уже вообще здесь все отравили. Вы просто посмотрите на это. Я не знаю, каким образом, но я держусь здесь. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы попробуем жесткий режим в режиме Tower Defense Simulator в ивенте Hunt. Вы готовы? Давайте пробовать. Потому что легкие мы с вами уже прошли. Здесь появился вот такой портальчик. Кстати, здесь потихонечку идет отсчет в обратную сторону. Это как будто напоминает какое-то яйцо, либо какого-то чувака с наушниками. Я не знаю, что это. Возможно, когда мы пройдем жесткую жесткость, нам что-то дадут. Поэтому давайте пробовать. Начинающий мы сделали. Жесткий. Соло. Здесь только соло есть. Пожелайте мне удачи. Поставьте лайк на удачу. И я попробую уничтожить эту нечисть, которая заражает землю. Я появился, ребята. Вы готовы спрашивать меня? Вы готовы, дети? Да, капитан. Что мы поставим? Мы поставим сейчас огнемет. Куда-нибудь вот сюда. И пусть жарит шашлычок. Я готов. Поехали. И огнемет мы сразу качнем. И качнем. Вот так. По идее, я, наверное, справлюсь. Этим одним юнитиком в начале. Так, пошли. Самые обычные бойцы. В начинающем было вроде бы 10 волн всего лишь. Не знаю, сколько здесь будет волн. В конце выходит смерть с косой. Так, и смотрите, пока что они ничего не заразили. Появился этот портал, но... Эй! Так, огнемет, ты справишься или нет? Уже не справляется. Уже не справ... Мне хана. Подожди, а что у меня команда другая вообще? Все... Мне хана. Подождите, что-то пошло не так. Я выбрал не ту команду. Короче, ребят, я все переделал. Я поменял команду, но я не знаю, на самом деле, правильно ли я сделал. Но вот у меня есть огнеметчики, которых я сейчас буду тоже ставить в начале. Как-то правильно нужно все это делать. Наверное, качнуть вот так и еще одного поставить куда-нибудь вот сюда. Я не знаю, ребят, что-то тут жестко. Жестко в начале. Все, запускаем, потому что вначале очень много этих монстров бежит сразу. Возможно, мне стоит пропустить несколько, а может быть, мне стоит взять ферму с собой, чтобы деньги фармить. Я не знаю, ребят. Ладно, давайте, огнеметчик один стоит, а второй ждет прокачки. Нужно соточку еще подраздобыть. Давай. Главное не пустить в этот замечательный домик этих монстров. Вы сами понимаете, они там наделают делов. Так, деньги, нужны деньги. Блин, мне кажется, мне хана почему-то. Мне кажется, неправильно поставил. Что происходит? Мне нужно 400, пожалуйста. Есть. Они пробежали. Ладно, если что, немножко пропущу. Посмотрим. Как немножко? Их слишком много. Так, ну они полностью дом не разрушат еще. Ладно, хорошо, посмотрим, что же будет дальше. Мне нужно две... Так, пошло заражение, понял. Качнем этого огнеметчика. Не знаю, ребят, тактики еще никто не знает, потому что только появился этот ивент. Быстрики идут. Ну, первая волна для меня была тяжеловатой. Мы потеряли 19 хп. Так, шашлык жарится, в принципе, пока норм. Вот эта толпа, не знаю, как мы с ней справимся. Так, деньги копятся. Я даже не знаю, кого мне следующего ставить. Какого бойца? Диджея, может, какого-нибудь? Может, правда, диджея поставить? У меня уже можно диджея ставить. А давай поставим диджея. Веселее все-таки будет и дешевле. И нужно сначала его прокачать, чтобы было все дешевле. Кстати, мы неплохо справляемся. 300 есть, я качаю. 15% усиления диапазона мы сделали для моих, да, пиромансеров. Пока все неплохо, музычка играет, да.
Да-да-да-да-да, дух боевой поднимается. Ребят, мне дали еще денег, я ставлю сразу же, сразу ставлю пулемет. А здесь не обсуждается. Просто возле диджея, чтобы было все весело. Ставим, и мне нужно 400 качнуть. Да, да. Кстати, вот теперь и скинчик появился. Я не знаю, что было в начале. В начале даже какая-то команда была, не та, которую я бы выбрал. В начинающем, я имею в виду. Хорошо. Хорошо. 300 есть. Что мы делаем дальше? Я даже не знаю, что мы делаем. Но пока мы справляемся. Пока мы справляемся. Я думаю, что нужно еще огнемет оставить какого-нибудь. Либо копить деньги и прокачивать пулеметчика. Как вы считаете? Либо диджея качнуть. Пока все неплохо. Горите. Спасибо. 2000 нужно прокачать, чтобы... миниганера. Ладно, я качну. Скидка. О, скидка есть. Хорошо, диджея качнул. Хорош. Пока неплохо. 4000 мне дали. Мне нужно, чтобы он видел невидимок. Прокачиваем. Все, потому что я не знаю, кто сейчас пойдет. Но, в принципе, я могу уже посмотреть. Это микробосики, эти мини-босики. Вы далеко собрались вообще? Вообще-то это моя территория здесь. Давай еще одного миниганера рядышком бахнем. И тоже его немножечко качнем. Хорошо, ребят, наблюдаем. Наблюдаем. Конечно, сложная сложность намного сложнее. Нормально? Сколько раз я повторил сложность? Так, так, два ствола. Поехали. Деревья уже стеклянными становятся. И этот чувак идет. Но он никуда не спешит абсолютно. У него, кстати, доспехи в виде черепа. Если вы можете заметить. И он даже меня не боится. Ну да, смелый, смелый парень. Что у нас по деньгам? Можем качать, а не можем мы не качнуть ничего. Эй, ты скоро? Тебя долго вообще ждать? Эй, чувак, ну не задерживай, пожалуйста, я видос все-таки записываю. Ребята хотят увидеть дальше, что будет, а не тебя, как ты чуть идешь. Ладно, ладно, все потемнело, стрёмно становится. Мне дали много денег, я качаюсь. Так. Ой-ой-ой, ребятки, 2200 нужно. Давай огнеметчика качнем и этого тоже не хватает. Сейчас качнем, сейчас качнем. Блин, там толпы выходят жесткие. Ой-ой-ой, ребят, мне страшно становится. У меня мало денег и там очень много. Я не знаю, кого, как назвать, это зомбари или кто вообще они такие? Нечисть, просто нечисть, которая хочет захватить мир. Так, смотри, смотри, смотри. Как они горят хорошо, да, вот эти невидимки. Сейчас этого добьют и пойдет все нормально. О, есть две... Короче, я еще ставлю миниганера. Но нужно ставить его до... Давайте вот тут вначале его бахнем. Да? Да. Отлично. Диджей достает. Отличненько. И прокачиваем. Хорошо. Было, было. Так, и диджея можно уже качать тоже будет. Сколько мне дали денег уже? Откуда столько денег? Хорошо, я, наверное, качну вот этого миниганера. Хорош, хорош у него. У него предпоследнее. Блин, чего их столько много? Вот этот быстрый пошел. Блин, 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 что-то слишком много чуваков. 1800, качаем. Надо командира ставить и орать. Ну как орать? Нечем орать пока что. Орала пока не работает у него. Так, подожди, подожди. Не, нормально, справился пока что. Командир, 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 мне нужно, чтобы ты орать смог. Мне нужно еще тебя качнуть, потому что там что-то вообще идет толпень. Ты когда уже? О, ты можешь орать? Отлично, отлично. И, наверное, я ору. Понеслась. Потому что вот эти робокопы ходячие. А ты куда собрался? Вы добьете его? Сколько денег у меня? Я ставлю еще пулемет. Потому что что-то мне тут не нравится. Я чуть не сказал кое-что. Так, подождите. Что делать? Орать мы не можем еще, да? Диджей, ты работаешь там? Прокачаем. Давай, прокачаем. Так, 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 ребят, напряженочка какая-то вот здесь пошла. Жесткая напряженочка. Пулеметы вы гасите? Гасит. Тут все нормально? Блин, командир, ори, что-нибудь делай. Что происходит, ребята? Мне стрёмно. Мы можем все пропустить. Ты что делаешь? Качаю тебя. Так, так, ты что? Что ты делаешь? Что ты можешь? Что ты можешь? Кто что может? Огонь. Давай. Вот этого гасите. А, пиромансера. Это слишком дорого. Ты стоишь?
Командир орал недавно, поэтому все, больше не хочет. Вот этого кто будет гасить? Не хана, походу. Вот это пройдет. Да? Орем, 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 орем. Ну уже, успокойте его. Пожалуйста, успокойте его. Мне хана, ребят. 7 волн. Я смог продержать 7 волн. Я хочу это пройти. Я вернусь. Сейчас мы снова попробуем это сделать. Немножечко, может, по-другому. Короче, ребят, я все переделал, и я уже даже раз 5 сыграл, и все никак. Я не могу победить быстрого босса на 6-й волне, который добегает до этого дома. И теперь я взял, смотрите, самолет, это имба, я вам сейчас покажу. И я взял фризера, не знаю, я так и решил, что может я буду задерживать фризером этого босса, который быстро бегает. Давайте попробовать. Я не знаю, что еще тут делать. Во-первых, сначала я ставлю самолеты. Смотри, это имба. Это просто имба. Эти самолетики. Я вас обожаю. Я вас обожаю, самолеты. Ставим вот так один сюда сначала, например. Ставим один сразу же сюда. Ставим куда-нибудь сюда. Ставим куда-нибудь... А вот сюда. Это имба. Запускаем монстров. Прокачиваем. А вот. Все, они летают. И вроде бы мы сейчас почти никого не пропустим. Ну, может, кого-нибудь пропустим. Но немного. Давайте смотреть. А потом мы не знаю, что будем делать, но что-то на ходу придумаем. Так. Самолеты выпускают бомбы. Давай. Гасите, где бомбы? А, я не прокачал бомбы им же, да? Ну да, спасибочки, как говорится. Они пока что с пулеметами. Ну ладно, ладно, ладно. Бомбы все равно косые. Но когда попадают в толпу, дают много урона. Ну что? Получится что-нибудь у нас? Вот этот пробежал. Просто на изи взял и пробежал. Что происходит, а? Так. А нет, не пробежал. А вот этот пробежал? А вот этот? И этот пробежал. Короче, двоих пропустили, но... Даже одного только. 91 хпшка. Только одну хп потеряли. Офигенно. Так. Качаем. Даем бомбы им. Даем им бомбы. Так. А у меня есть 1500. Я не знаю, что делать. Может быть, мне сразу еще самолеты ставить. Я не знаю. Ну, пусть будет самолет еще. Ну, самолеты реально здесь тащат. Реально здесь это имба. Давай сюда еще. Так, все. А потом, вот потом уже будем думать что-нибудь. Потому что будут невидимки. Наверное, пиромантера я поставлю против невидимок. Да. Потому что его быстро качает до невидимок. Два раза качнул, и все, он видит невидимок. Ну-ка, кто-нибудь сбросит сюда нормальную бомбу? В эту толпу нежити. Эй, где ваши бомбы? Я что, не прокачал вас до бомб? На 350 только бомбы. Понял. Исправляемся. Все, полетели. Так, ну они и с пулеметами вообще справляются хорошо. Есть 3000. Смотрите, ставлю, наверное, пиромантера сейчас я. Вот сюда. И качаю его еще раз, чтобы он видел невидимок. Хорошо. Потом, может быть, мне какой-нибудь диджей поставить? Пусть диджей будет, чтобы скидки у нас были. Все, ну, короче, вначале, чтобы вы понимали, все хорошо, но на 6-й волне настоящая жесть. Либо просто жопа. Да. Так. Все под контролем. А нужно теперь думать, куда я буду фризера ставить, куда я буду ставить мини-ганнеров, потому что мини-ганнерами я собираюсь того чувака гасить. Либо, а может мне не ставить никакого мини-ганнера, а просто самолеты свои прокачать. Кстати, а дает ли буст? Зачем я тогда диджей поставил? Наверное, самолеты не бустятся. Кто знает, ребят, кто знает. Диджей бустит самолеты или нет? Наверное, вряд ли. Кстати, у меня много денег, что я ничего не делаю? Сейчас сделаем. Сиди. О, да, темнеть начинает. Пропустили невидимок. Ну и ладно, фиг с ними. С этими невидимками. 84 хпшки осталось, хорошо.
Ничего, ничего, нам нужно готовиться к шестой волне. Это самое главное. Самое главное — пережить шестую волну. И, кстати, поэтому, наверное, я возьму сюда, бахну кого-нибудь фризера. Вот просто по центру. Пусть стоит себе. Во. Во. Ну что ты там делаешь? Что за пукалка у тебя? Блин, фризер. Ладно. Хорошо. А, нет, бустятся башни. Значит, диджея я могу тоже качать дальше, ребят. Диджея качаю. Бустятся самолеты. Самолеты бустятся. Это что такое? Все, хорошо. Пока все довольно у нас хорошо, ребят. Кстати, слишком далеко берет уже наш пиромансер. Надо было его дальше вниз поставить, чтобы больше дорожек он захватывал. Ну ладно, идет робокоп, этот медленный ходячий. Кстати, вот они очень сильно отвлекают моих бойцов. Небо, небо начинает темнеть. Все становится плохо. Постепенно мы качаем самолеты. И самолет нужно мне сделать черный. Смотрите, ребят, 3200 есть. Сейчас подсобираем 3200, и будет черный самолет. Вот он офигенный. Давай, давай, 3200. Где будет? Где 3200? Или у диджея сначала качнем? Давай диджея качнем. Потом скидочка будет на самолет у нас. О, уже не 3200, а 2880. Получше. Какая волна? Пятая. На шестой начнется ужас. На шестой начнется ужас. Так, здесь все у нас по скидкам пока, да? 2800, чуть-чуть. Так, 1800. О, черный самолет. Ну, а, давай, ладно, не будем ждать мы черный самолет. Не будем мы ждать ничего. Фризера надо качать или... Да, нету денег. На, фризер. Только замедли кого-нибудь хотя бы. Так, 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 так. Мои самолеты... Все, ребята, настоящая жесть. Вот теперь, если я переживу эту волну, все у нас будет хорошо. А если нет, то жопа нам. Полная причем. Два черных самолета у меня есть. Так. Фризер, ты что-то можешь еще нормальное делать? Где этот быстрый? Вот, вот, ребят. Вот этот быстрый, видите? У него доспехи спартанца. Наполовину спартанец. Он очень опасный. С ним лучше не связываться. Я не знаю, как я его задерживать буду. Он очень быстро идет. А, так, самолеты, самолетики мои. Давай-ка мы еще сюда поставим самолет и сразу его качнем. Вот так. Вот, вот он идет. Смотрите, фризер, ты готов задерживать? Вот его как-то его бы по нем гасите. Фризер, гаси его. Останови его. О, замерз. Фризер, ты красавчик. Фризер, ты красавчик. Ты имба просто. Фризер, задержи его, задержи его. Самолеты, самолеты. Почти. Фризер, задержи, фризер, ты достаешь? У меня есть шанс. У меня появился шанс. Я могу его остановить. Итак, ребятушки, я снова дошел до шестой волны, но немножко изменил свою команду, поставил такую пушку, нифига себе. Я как-то раньше ее не использовал никогда. И я не знаю, что сейчас будет. Так, пиромансеры мои. Жарьте шашлычок, жарьте. Максимально вкусный, свежий шашлык из нечисти. Взлетает сам... Пушка вообще имба, наверное. Или нет? Смотри, как она бьет! Подожди, а Шустрик где? Вот Шустрик здесь. Но я не уверен, что она с Шустриком справится. Сейчас проверим. Сейчас узнаем. Так. 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 Ребята. Ребята, смотри, как у него хпшки заканчивают. Это пушка? Так. Так. Но я не знаю. Пушка бьет очень далеко. Мне кажется, мне нужен еще здесь, где-нибудь, вот такой чувачок. Качаем, качаем. Давай, 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 давай. Давай. Да, мы остановили его. Мы остановили его. Но, правда, очень плохо здесь стоит мой пулеметчик. Ничего. Ничего. Эта пушка что-то... Ребята, а чего я раньше ее не использовал? Конечно, у кого есть ускоритель, те говорят, че ты, какая пушка, искоритель, но у меня нет искорителя, у меня нет инженеров, ничего такого у меня нету, поэтому сражаемся как можем, черные самолеты запускаем, ой-ой-ой-ой, это что-то, а, это пулеметчик, я думаю, что за звук, думал, то пушку уже так косить начинает, как с пулеметов, здесь у нас что, здесь по самолетам у нас 2800 нужно, 2...
Шустрик идет еще. Блин, Шустрик, пушка, гаси его. Гаси, пожалуйста. Самолеты, делайте все, что в ваших вообще силах, возможностях. Блин, ты столько денег мне нужно. Давай. Пушка. Имба, ребят. Мне нужны черные самолеты. Покупаем черные самолеты. На черном рынке, по дешевке. Да, диджей мне делает скидку. Кстати, пушку качаю. Я не знаю, я просто все деньги потратил на эту пушку. Что она вообще творит сейчас? Ребята, вот эта пушка. 4 ствола. Надеюсь, я сделал правильно. Я что, прокачал ее? Пиромансер. На тебе, пожалуйста, тоже гаси их. Так. Здесь самолеты. 2880. Получай. Здесь 2800. Еще. Сколько их, ребята? Это река. Река просто из этой нежити. Это 8-я волна. Смотри, что здесь происходит. Мне нужно очень много денег. Здесь сколько? Черный самолет. Одни черные самолеты у меня теперь. Блин, мне, наверное, нужно еще пушку просто ставить такую. Это же классная штука. Это просто мясорубка. Давай. Качаем ее. Давай. Шустрик пошел. Я надеюсь, ты не... Два, их два. Это у них броня еще появилась. У шустриков есть броня. Смотрите, вот у этого. Первого гасите. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, беда-бедой. Загасим. Смотрите, две эти пушки бьют. Загасим. Это девятая волна. Что дальше? Что же может быть дальше? И я не представляю, ребят. Деньги. Смотри, истребитель взлетел какой. Это... Подожди, это босс пошел. Это же... Боссик уже какой-то идет здесь. Но это не самый главный. Это явно не самый главный. Что с пушками? 7000 нужно. Да получай, пушку. А, я не туда, я... Ладно, я запустил еще один истребитель. А что истребители делают? Они сбрасывают много бомб? Это что? Это что? Я даже не успел посмотреть, что это, потому что мои ребята уничтожили. Красавцы. Что еще у меня? Это максималка. 7000 есть. Получай истребители, ребят. Одни истребители вокруг летают. Конечно, пушкам нужно 11 тысяч, а этой 28. 28, как бы. Это немало. Совсем немало. Мы справились. Что за звуки, ребята? Мне кажется, я сейчас буду пушку качать. Вот эту еще. Так. Ну что, это последняя 10-я волна? Смотри, река монстров, ребята из портала. Они уже вообще здесь все отравили, всю землю, небо, вон какое стало. Но мы сражаемся, несмотря ни на что. Много денег есть. Запускаем истребитель еще. Здесь все норм. А у меня вот здесь только нет истребителя. Сейчас появятся деньги, сделаем. Деньги есть. Что это идет? Что за чудо ты? Ну нормально, это у него броня, да? Это у него... А подожди, здесь нет еще главного босса? Че там происходит за жестяк? Пиромансер, жги, просто жги. Я тебе даю право на все. Шашлычок делай, какой захочешь. Так. Шустрик идет. Ребят, это все на максималке. Мне нужно, значит, пулемету, да? Десятку даю. А, нет, еще пушкам надо было прокачать пушки. 11-я волна здесь есть? Здесь все продолжается. Как бы. Значит, что? Мы ставим еще одну пушку. Вот сюда. Да? Я думаю, что да. Поехали. Вот так вот. Я думаю, так будет лучше. Ну что, ребята, просто реально как вытекает из портала море. Не море, река. Река монстров из портала вытекает. А мои ребята эту реку выпивают просто. Так, что у нас тут? Пушки. Топ. Я не знал, что они такие нормальные вообще. Я никогда ими не пользовался раньше. А теперь буду пользоваться. Сюда. Прокачал. Пожалуйста. Блин, ну здесь вообще опасно. Так, у меня везде истребители, да? Везде, хорошо. Миниганер тоже на максималке. Ребята, все потемнело. Небо, тучи сгущаются.
Что мне могу поставить? Ну, миниганеров оставить. Нет, в принципе, если у меня есть пушки, то почему бы я не буду пушки? А, еще есть пиромансеры, я их тоже еще качну. А потом пушки на максималку. Да. А потом буду ставить пушки на максималочку. Давай сюда еще пушечку бахнем одну. Эй, кто идет? Подожди, это не главный же? Нет. Это просто мини-боссики уже просто гуляют здесь, как будто, ну, это нормально. Мини-боссики по парам ходят. Вы их загасите, пожалуйста. Не оставляйте их без присмотра. Да, жесть, ребята. Вот это жесть. Вот это жесть, и я улыбаюсь. Кстати, диджей же не на максималке. Че диджей-то обидели? Давай, диджей, накинь музла. Эй, 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 мы так не договаривались. Мы так не договаривались. Все, норм, норм. Ребята, я не знаю, каким образом, но я держусь. Я держусь здесь. Это жестокая сложность. И я тоже, получается, какой-то жестокий. С этими монстрами. Что по пушкам? 11 тысяч. Сколько у меня денег? На максималку пушечку. Вот это я понимаю. А вот это я... Вот это я понимаю, что делает. Смотри, там какие-то миниганы на ней торчат, уже стоят. Ну что, где этот главный босс? Ой-ой-ой, вот это жара. Вот это жаришка. 28 нужно здесь. 11 нужно сейчас. Я дам 11. Есть. Этому 28. Отлично, отлично. Здесь что? Жаришка делаешь? Шашлычок делаешь? У меня остается что? Ну еще пушки я могу ставить, по идее, да? А уже не могу. Значит, миниганеры ставим, ребят. Ставлю миниганеров. Еще миниганеров хотя бы могу. Ставим. Че там за армия, ребята, выходит? Вы просто посмотрите на это. Что? 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 Нескончаемая армия из этого портала. И вот такое небо. Стремное. Ничего, мы должны справиться. Сколько денег? Блин, диджей, давай тебя на максималочку. Миниганер, давай тебя на максималочку. Деньги есть. Будем тратить. Так. Что там? Когда уже выйдет этот косильщик с косой? Главный босс. Молокосос. Так, ребята, еще миниганера. А куда-нибудь давайте вот сюда поставим. Да я не знаю, уже места нету. Качаю. Что происходит? Здесь вообще уже ничего не понятно. Но я еще лимит не достиг. А что у меня тогда по лимиту? Значит, пиромансеров ставим еще. Ну, а что делать? Ой-ой-ой, ребятки. У меня, мне кажется, проблемы есть. У меня проблемы. Вот эти шустрые ребята слишком... близко подошли. Так. О, все, ребят, это финалочка. Когда дом таким становится, это финалочка. Сейчас будем пытаться продержаться. Давай. Деньги есть еще. Блин, где мне пиромансер не прокачанный был? Вот этот, прокачали. А еще миниганера ставим сюда. Куда-нибудь. Вот, не знаю, куда его всунуть. Сюда. Прокачал. Ребята, вышел главный босс. Смотри, что за пекло здесь. Настоящий ад. И вот этот босс с косой идет. Ну что, держись, боссик, ты не пройдешь. Ты не должен пройти. У меня куча денег. Я ставлю еще сюда миниганера. И качаю на максималочку сразу. Еще ставлю, качаю. 8 тысяч нужно. Есть. Пиромансер. Тоже. Ставлю. Ух ты, он начал косой косить, ребята. У нас проблемки. Будем исправлять проблемы. Будем решать проблемы. Дом сейчас взорвется. Просто сейчас что-то на пределе он. Так. А я могу еще поставить самолет? Я могу еще самолет поставить? А как так? А я раньше не мог. Вроде бы лимит был, а теперь нет лимита. Ладно. Меня это радует.
Ребят, самое плохое, что он оглушает моих бойцов. Он оглушает, смотрите. Так. Давай. Истребитель, запускаем еще воздух. Смотри, сколько он сразу оглушил. Интересно, пушка еще станет или нет? Нет, пушка не станет, а самолет каким-то образом смог появиться. И еще появился. Фу, это замечательно. 7000 мне нужно на истребитель. Ребята, мы его загасим. Я уже это вижу, я уже это понимаю. Бойся, что? Получается, для меня самое сложное было на 6-й волне не пропустить быстрика этого монстрика, мини-боссика. А вот основной босс просто все, пока. Эй, ребята, падай. Давай, косу выбрасывай свою. Давай, как ты это делаешь, психуешь? Коса улетела, и ты у меня попал. Эй, пока. Ой, какое небо. Мы защитили. Мы отбились от нежити, ребята. Вот такая супер армия у меня. Вы просто посмотрите на этих бойцов. Что они вообще пережили только что? Они спасли нас. Красавцы. Что мне дали? Это скин? Core Blocks? Это скин? 18 минут 25 секунд. Яйцо дали, хант какое-то. Что-то. Еще что-то, короче. Ну, это, наверное, скин какой-то. Вот здесь, вот это. Что это? Это моя башня. Короче, сейчас мы посмотрим, что мне дали. А вы пока поставьте лайк, те, кто еще не поставил. Это настоящая жара была. Так, ребята, я не понял, что мне в итоге дали. Это боксы. Здесь ничего нету. Что мне смотреть, где? Короче, ребятушки, я нашел. Мне подсказали мои подписчики. Скин на Вардена дают. И я зашел. И да, смотри, какой он. С булавой ледяной. Переменить скин. Но я не понял. Вроде там что-то про яйцо было написано. А яйцо мне никакое не дали. Здесь все вообще заблокировано. Ну что, ребятушки, разобрались мы и с яйцом. Вроде как, чтобы его получить, нужно пройти 3 раза легкую сложность, но с самыми первыми бойцами, самыми обычными, и тогда тебе дадут яйцо. Я это попробую сделать, значит, еще разочек, вернее, еще 3 раза пройти. Запишу отдельное видео, либо сам без видео пройду, и мы посмотрим, что там в этом яйце будет. А здесь мои подписчики, кстати, не все еще прошли жесткую жесткость, но, опять же, никто друг другу не может помочь, потому что это соло, и нужно сражаться одному. Мне было это нелегко, но я это сделал. Сразу 7-го, наверное, если честно. Самое сложное было 6-я волна, где выбегал этот быстрый чел, которого я не мог остановить. И его остановили только мои пушки, вернее, одна пушка. Ну что ж, ребят, желаю вам тоже пройти этот ивентик. На самом деле интересно получилось. Наше видео подходит к концу. Если еще не поставили лайк, хотя, мне кажется, за этот бой жесткий, нужно было уже давно поставить его, то ставьте, если забыли, и увидимся на канале очень скоро. Всем удачи, всем пока.